Главная задача искусства – делать нашу жизнь содержательнее и ярче. Пример – 6-я Майкопская школа, стены которой теперь украшает панно с изображением адыгской семьи. Это 3-й арт-объект в республике, открытый в рамках проекта «Окно в культуру» при помощи некоммерческой организации «Талантида» и грантовой поддержки движения первых. Один объект был посвящен 7 героям-адыгам, участвовавшим в Великой Отечественной, второй – ценностям движения первых. Это панно передает важность семейных и национальных традиций. Есть традиции и обычаи, в которых каждый из нас воспитывается. В данный момент эта адыгская семья, которая изображена сзади меня, символизирует то, что исконно в адыгских семьях мама воспитывает девочку, папа воспитывает сына, и это изображено на этой картине. Организаторы проекта тщательно выбирали не только тематику панно, но и образовательное учреждение, где оно появится. Школа выбрана не случайно, она была выбрана региональным отделением движения первых, так как это активная школа, и она принимала ранее участие в активности движения первых, и поэтому в качестве поощрения была выбрана данная школа. Всего участие в создании арт-объекта принимало более 30 художников и волонтеров от движения первых и организации «Талантида». Некоторые участники приходили с семьями. Семья Дудаевых – одна из них. А Настя Дудаева – одна из самых младших участников проекта. У меня брат рисовал, еще один брат и сестра старшая. И я. Мы с младшим братом рисовали ковер. Открывали арт-объект в лучших адыгских традициях – с танцами и песнями. Также всех присутствующих угостили национальным блюдом – шелямом. Всего в Адыгее будет создано 9 подобных арт-объектов, по одному в каждом муниципалитете. Открытые в рамках объявленного президентом года семьи, они будут напоминать школьникам о самых главных ценностях, которые стоит хранить. Илья Джапаридзе, Александр Никонов, Вести, Адыгея.